Правительство страны направит Башкортостану 31 миллион рублей на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Суммарно все российские регионы дополнительно получат почти 1,5 миллиарда рублей. Бесплатные медикаменты выдают инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медизделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Напомню, в апреле власти на 120 рублей увеличили ежемесячную норму затрат на соцпомощь для льготников. С тех пор она составляет 1130 рублей на человека. И объемы субвенций, которые направлялись в регионы, были, соответственно, проиндексированы. Выделим еще около 1,5 миллиарда рублей, что позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства. Такая работа должна быть выполнена в полном объеме и в срок. Всего на закупку лекарств, медизделий и лечебного питания для нуждающихся в этом году в федеральном бюджете предусмотрели почти 50 миллиардов рублей. На сегодняшний день в перечне числится 103 товара. Последний раз список обновляли в конце прошлого года. Тогда в него включили 9 новых наименований.